Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, мы продолжаем с вами проходить все группы под названием Resident Evil Town Lord. Это у нас уже 43-я часть прохождения, ну что, погнали. Так, я что-то немножко приболел, с носом небольшой насморк есть, и что-то зев болел. Ничего, я думаю, выздоровлю, все будет нормас. Так, это у нас остров воров. Вот, такой вот островок, мы это еще не осматривали. И потом мы должны еще осмотреть остров туманов, обязательно. Оттуда еще никто не возвращался, да. Значит, такие задания у нас имеются, оставшиеся, да. Так, ладно, погнали. 7. Буду это использовать. Я возьму на этот остров Джафара. Давай, идем. Ясно. Потому что он, ну, сами понимаете, это его родная земля. К берегу. Ну, погнали. Ну, в принципе, это можно уже ничего... Это не собирать, потому что мне это ни хрена не надо. Члёвы идти с гран не буду. Члёвы помогать? Мертвить мелкий враг. Я не понимаю ни слова. О, ульвебяка будет говорить яснее. Тогда члёвы понимать, что ульви хочет. Много проблем на этом острове. Гнумы в опасности. Кобальды зло. Ульви хочет драться. Но Кан говорит нет! Чужаки не имеют права выходить за пределы ограды! Кто такой Кан? Кан Мата, все гнумы! Очень мудрый! Ип-ип, Джафар, зная Кан, важный гноми! Это важно, чтобы Члёвый говорить с ним! Пройди через ограда и дойдешь до деревни гнумы! Ты найдешь Мата там! Он обычно в центре деревни! Почему Кан не хочет, чтобы ты дрался? Кан сказал, все гнуми умрут, если ульви нападать на кобальтов. Ульви не желают смерти, члёвы. Я только смотреть за ограда, не драться, сказать он. Ясно. Тогда, наверное, лучше действовать осторожно. Ип-ип, умный члёвы. Будет лучше навестить Кана. Большая опасность близко. Кобальды построили много лагерей, даже на севере. Никому нельзя подходить близко, даже друзьям, члёвы. Мы хотим заняться северным лагерем кобальдов. Но Кан запретил! Ты забыть? Мы, гнумы, умрем, если атаковать кобальдов. Отведи меня к Кану. Сюда, члёвы! Так, ну давай. Хорошо. Камень с телепортацией. Спешить? Здесь нужно быть более дипломатичным. Думаю, в эту часть хорошо. Острова мне я лучше ждать. Отправиться там. Кобальды, сука, да. Нет хорошего здесь. Я почти не узнавать место. Мой дом, наверное, ломается. Джафар в ярости. Я, короче, буду в этой серии говорить мало, потому что больновато говорить, честно говоря. А почему Джафар стоит? Я с тобой. А, все, нормально. Вот так вот, тварь. Ладно, я возьму лучше оружие, так будет побыстрее. Так будет лучше, да. Ну да, островок маленький, как бы, видите, сами. Мы почти пришли, члё... Тогда пошли. Ип-ип, всегда...
Следуй за... Давай, иду. Цель близко. Убьем всех кобальдов. Старый Кампа хранит память. Тут... Мы здесь! Глянь, глянь! Спасибо за помощь, недомера. Не за что! Ульви всегда помогает! У вас дрязги с кобальдами? И Пип! Кобальды портят чудесный остров! Много деревьев исчезли там, где они должны быть! Они воруют особые вещи! Сейчас духи всех прежних шаманов гнуми сбиты с толку и бьются на одной стороне с кобальдами! Нельзя ничем навредить им, иначе наш народ умрет! Значит, кобальды вас грабят. Ип-ип! Ульви мало что знает об этом! Одна особая штука — это большая труба с линзой! Найдешь трубка? Отдай ее Кану! Приз севера. Чулове! Настоящий Чулове! Ты имеешь в виду меня? Ип-ип! Я никогда не торговал штуки с настоящим Чулове! Ты торговец? Ип-ип! У Нанука только самые лучшие штуки! Я продам тебе за блестящие штуки! Торг, торг! Давай торговать. Ип-ип! Самые лучшие штуки. Ни хрена как дорого, блядь. Да. А, вот он. Человек на моем острове. Добрый знак. Возможно, мой народ еще можно спасти. Что здесь случилось? Великая птица злится. Пылают костры войны. Значит, вы глубоко в дерьме. В дерьме? Оригинальное слово. Но подходящее. Скоро мы, гномы, погибнем. Кобальды хотят уничтожить наш остров. Можешь чему-нибудь научить? Ип-ип. Я еще к этому не готов. О твоих проблемах. Моих проблемах? Ты не понимаешь. У нас у всех проблемы. Кобальды высадились на наш остров и украли наши аури-кульчи. А в чем проблема? Можно найти другое аури-кульчи. Гном не меняет свои аури-кульчи, как свои подштанники, хоми. И не только ты его находишь, она тоже находит тебя. Его нельзя заменить. Если мы применим силу, пытаясь вернуть аури-кульчи, великая птица накажет нас. После того, как наши аури-кульчи похитили, духи наших шаманов перешли на сторону тьмы. Теперь их духи помогают нашим врагам. Мы не можем на них нападать. Я принесу тебе аури-кульчи. Нет, я не позволю тебе этого. Ты хочешь забрать их силой? Эта задача по зубам только тому, кто незаметно может украсть их у кобальдов. Я отлично подойду для возвращения аури-кульчи. Значит, ты еще упрямее, чем гномы. Напомни, если ты убьешь одного из наших духов до того, как покажешь мне его аури-кульчи, моему народу будет очень больно. Однако... Я поручу тебе это задание. Твои друзья не должны близко подходить к лагерям. Ты должен поговорить с Калилом. Он может тебе помочь. Если хочешь, я отведу тебя к нему. Насчет аури-кульчи. Где их искать? За оградой есть 4 лагеря кобальдов, хоми. На севере, востоке, на западе и юге. Там ты и найдешь аури-кульчи. Каждая аури-кульчи охраняется заблудшим духом моего народа. Не смей обнажать против них свое оружие. Я послал 4 гномов за аури-кульчи. Ульви, Намика, Мелиха и Фамира. Когда ты встретишься с ними, они смогут больше рассказать о лагерях кобальдов. Почему нельзя просто убить духов шаманов? Их аури-кульчи связаны с моим народом. Будь осторожен и попытайся остаться в тени.
На тебя смотрят глаза большой птицы. Можешь чему-нибудь научить? Ип-ип. А что насчет великой птицы? Она страж нашей расы. Когда мы умираем, она провожает нас на ту сторону. Но если мы ее рассердим, она сбросит перья. Без нее дорога в другой мир закрыта. Отведи меня к Калилу. Очень хорошо. Иди за мной. Так, поговорили. Теперь тебе полтас туда. Отлично. Так. Ты приплыть на остров Гнуме. Тебя не бросает в дрожь от Гнуме. Почему я должен бояться? Из-за взять. Когда гномы воруют, у них есть причины. Воровать у правильный, отдать неправильный. Так можно разрушить империю. Весь мир зависит от счастья гнуме. Если мы печальны, мы можем уничтожить целый мир. Украсть здесь, дать там. И все вокруг друг друга ненавидеть. А нам, гнуме, на руку. Ты так себе это представляешь? Я говорю правду, члове. Ты должен быть готов. Как мне защититься от них? Хочешь сохранить штуки? Тогда лучше самому стать вором. Чтобы стать хорошим вором, члове должен кое-что помнить. Ни за что не смотри на сумку или карман, откуда взять. Стань той сумкой или карманом. В воде. Ты должен стать водой, мой друг. Быть вором — это искусство, члове. И я могу тебя научить. Я хочу Я хочу научиться лучше убеждать людей. Я хочу научиться лучше убеждать людей. Хорошо, чу. Жнец. Ну, херня, короче. Сколько у меня денег? Нормально. Так, куда идем-то? Акила. Ну это потом. А хотя давай сейчас. Это честь для гномы приветствовать члове. А, смотри, члове, сзади. Что? Капец, а? Ах, ты недомерок. Я лишь испытывал тебя. У человека зоркий глаз. Вот твое золото. Ага. Можешь оставить ее себе. Если бы человек был меньше, он был бы хороший гном. Люди тебя недооценивать. Гнусный вор. Хотела знать. Для гнома я дрянь в краже штук. Моя любимая деньги пропала опять. Но ты отлично знаешь, как взять. Класс! Может, человек помочь, Акила? Что тебе нужно? Мою деньги украли. Я знать, кто из гнома украл ее. Почему бы тебе не забрать ее обратно у него? Что это за деньги такая? Листючка. Но не такая, как другие. Это кусочек золота, очень блестючий. Он найден здесь, на острове. Приносить удачу штуки. Так. Ладно, я достану для тебя эту мань. Тан-тан, челове. Акила благодарит тебя. Я думать гнома Фидору украсть деньги. Он жить в пещере, недалеко. Посмотри в доме, ты найти. Его дом – один из самых дальних на юго-востоке деревни Члова. Так, что ладно. Я получу за то, что помогу тебе? Акила – славный собиратель штук. У него много штук, которые он отдаст Члове, если Члова принесет ему деньги. Члове может сам выбрать. Моя... Ну ладно, ладно. Окей, тот. Ип-ип.
Что о таком месте известно гному? Джафар тут давно не был. Как больно видеть свою родину в таком виде. Но мы тут, а? И все будет хорошо, правда? Да. Так. Погнали. Дальше. Поговорили, задание получили. И теперь куда нам надо? Сейчас. За ним надо вроде сейчас. Давай же, пойдем. Ой. Каан. Прикольно. В припрыжку. Мы пришли. Теперь поговори с Калилом. Я вернусь в деревню. Спасибо. Кто человек? Этот гноме. Встречать во время путешествий много таких, как ты. Надеюсь, ты не хотеть продать этого гноме. Зачем мне тебя продавать? Другие чуви пытались, когда Калил был в большом путешествии. Теперь они плохо себя чувствовали. Теперь этот гноме вернулся из путешествия и защищает пещеру друзей гном. Он очень опытный воин. Однако здесь очень опасно. Тебе нужна помощь? Каан поручил Калилу забрать аурикульчи в западном лагере кобальдов. Это должен был сделать Намик, но он так и не вернулся. Это большой дрянь, потому что этот гноми не может уйти. Калил должен защищать вход. Я принесу тебе аурикульч. Чё? Зачем это нужно? А ты как думаешь? Будь осторожен, Чови. Отнеси аурикульчи Каану, и Калил отдаст тебе награду. Замечательно. Чови уже говорил с Кааном. Он знает о проблеме. Да, я знаю. Я постараюсь незаметно забрать аурикульчи из лагеря. Ага. Круч, Чови, Как мне незаметно попасть в западный лагерь? Иди через ворота на запад, по тропинке, прямо к лагерю. Не доходя до лагеря, поверни налево. Я думаю, Намик собирался слезть вниз. Блин, Чови также может пытаться прыгнуть. Может быть, по дороге ты встретишь Намика. Он придумал свой. Может, он поможет тебе. Расскажешь мне еще об аурикульче? Аурикульчи – важная штука. Каждый гноми за свою жизнь должен найти одно аурикульчи. Uh-huh. Если хочешь узнать больше, поговори с Каан. Больды из западного лагеря украли делатель черепов нашего шамана Уиз. Мы должны любой ценой вернуть аурикульчи Уиз. Калил. Так, ладно. Погнали. Ну-ка. Сохранение. Хорошо, я ждать. Нет. У него письмо. Я должен взглянуть на него. В нем может быть что-нибудь полезное. Блин, а? Убили. Отлично. Так, и что дальше? Нету. А, вот. Найти ценную штуку. Забыть. Должны поймать.
Так, место прямо в лагере. Кобальдов, плохая идея, лучше. Здесь справа. Ладно. Так, мы сейчас здесь находимся, да? Давай пособираем вещи, короче. Тут много всего, нахрен. Капец. Так, вот еще. Всякое. А воровали нахрен все. Капец. Бедные гномы. Так, давай, короче. Это враг. Шаман Веся, я правильно сделал, нет? То, что убил его. Блин. Даже не знаю. Давай заново. Обязательно его убивать вообще? Так, давай. Маленький гномик, тварь. Ну вот и всё. Я, где труп? Наверное, я правильно сделал. Да, все правильно. Стреляй, тварь. Вроде все. На, тварь.
Капец, я маг жесткий. Так вот и варим. Надо еще тот лагерь осмотреть. Давайте попробуем. Так. Остров воров. Ну, здесь легко, очень. Башка. Тварь. Башка. Что? Почему ты так волнуешься? Да почему ты не волнуешься? Потому что я это уже видел. Не обращай внимания, Чови. Мелих ждет подходящего момента. А когда этот момент прийти, Каан гордится Мелихом. Что ты задумал? Что будешь делать, Чови? Ты можешь не отвечать вопросом на вопрос. Хорошо, Чови. Мелих знает о лагере кобальдов неподалеку. Это злой дух гноми. Охраняет особая штука. Каан говорит, ни один гном не воровать штуки. Как незаметно пробраться в лагерь? Мелих видит два способа пробраться в южный лагерь кобальдов. Чови может идти на юго-восток и забраться на гору, чтобы сзади спрыгнуть на лагерь. За лагерем есть маленькая дыра. Но туда могут пролезть только гномы и маленькие обезьяны. Толстому Чови лучше идти на запад. Пойдешь в ту сторону, сможешь перепрыгнуть через большой валун. Но тот путь опаснее, чё. Где вещи, о которой ты говоришь? У кобальдов здесь рядом есть небольшой лагерь. На юге. Ты найдешь штуку в лагере. Возможно, на столе. Каан запрещает гноме воровать. Но Чови не гноме. И если ты хочешь украсть штуки, будь осторожен. Не убивай дух старого гнуме. Каан предупреждал об этом. А, не убивать дух. Блин, а я убил. Твою мать. Короче, ладно, будем убивать, похер. Что ты знаешь об этом мире? Пип! Я глядеть тут, глядеть там. Очень храбрый. Пип! Дай мне подумать, что я могу тебе дать. Вот, Чови, выпить это. Дать тебе храбрость. Мелих и к битве всегда нести с собой порохожор. Порохожор? Чови, говорить оружие. У тебя есть ружье? Плохая идея. Что? Конечно, это хорошая идея. Если Гоза подойдет слишком близко, Мелих брать порохожор и сбивать с ног свой враг. Вот зараза. Ты понятия не имеешь, как им пользоваться. Нет. Чови, показать мне? Нет. О, тогда, Мелих, его не хотеть. Бери. Одноствольный пистолет получен. Я даже смотреть не буду. Херня очередная, наверное. Мартышка. Ну, вот они. Кобальды. Должен еще один быть положен. Отлично. И еще один. Кобальт. Ой.
Где Аурикульч, ё-моё? А, вон. Зря убиваю, блин. Ну похер, ладно. Погнали дальше. Выполняем задание. Надо сейчас, короче, еще тут островок осмотреть. А вот еще одни. Дрянь, Чови. Лучше уходи, Чови. Здесь опасно. Ты навлек на нас беды. Что ты имеешь в виду? Меня не должны заметить. Чови всегда большие и шумные. Чови легко заметить. Почему ты боишься, что тебя увидят? Каан сказал, меня не должны поймать. Если Больда увидят меня, гномы в деревне умрут. Тебе помочь? Чови поможет? Моя задача — вернуть принадлежащую нам гноме важную штуку. Ты можешь быть тихим и осторожным? Не забудь! Если тебя поймают, гномы из деревни умрут. Почему ты так боишься? Я гномы. О, я за... Гномы живы потому, что осторожные нападают не всегда, когда видят Больдов. Чови беспечны и всегда хотят драться. Кажется, в этом есть доля правды. Как мне незаметно пробраться в лагерь? У Фамира есть отличный... Лучше всего Чови идти на восток отсюда. Там маленькое ущелье. Ты узнаешь его, потому что в нем много кристаллов. Пройдешь и окажешься позади лагеря. Второй хороший путь для Чови — пройти ущелье с кристаллами с другого хода и Или он может прокрасться в лагерь отсюда. Действуй, Чови! Я незаметно вытащу оттуда эту... Хорошо. Этот гном и верит в тебя, Чови. Не тронь Больдов или дух шамана. Иди тихо, укради штуку и так же тихо выйди назад. Понятно. Блин, я убиваю гномов реально. Я убиваю гномов. Нееет. Ну вот и все.
Остался еще один, как бы. Еще одна часть получается, да. Магия, магия. Хорош. Посмотри, что я нашел. О, особый перехожор. Быстро отнеси к Каану. Ага. Это еще не все. Надо мне еще осмотреть. Вот там вот что-то такое есть. Интересное. Ну-ка нахер. Что там? Обычный факел какой-то. И все. Маленький типа остров, пало задание, да и все, в принципе. Ничего такого сложного. Шлови? Что Шлови делает на... Я просто шел мимо. А, ты Шлови-путешественник. Габи смышленый гнуми. Пытается заставлять других гнуми быть честными. Габу также отказался от взяц. Он не вороват. Он зарабатывает кульчи и золото. Ты работаешь? Эп-эп, Габу работает. Габу охотник. На кого ты охотишься? Я охочусь на ужасного Гоза. Страшно даже говори его имя. Выкладывай. Мы называем его Пожиратель Гнум. Кошмарный зверь, он ест гнуми и крадет наши красивые вещи. Гнуми боятся подходить к нему. Оно такое ужасное. В целом я понял, ужасный зверь и так далее. Я помогу тебе. Шлови сделает это. Шлови хороший кумпа. Этот гнуми точно знает, где прячется Гозо. Ты сказать мне, когда пойдем? Хорошо. Пойдем. Перед тем, как идти, я должен предупредить. Этот Гозо из тех, о ком слагать легенды. Не думай, что будет легко. Иди за мной. Давай. Во втором райзе я уже такое задание выполнил, кстати. Я помню. Давай. Yeah. 80. Херня какая-то вообще. Капец. Ну за что, а? Такую херню давать. Сюда! Больно!
О, для фара. Мальчик мой. Вернулся. Давай, давай. Больно. Больно. Ну вот и все. Так. Еще, еще. Хороший бой, хороший бой. Одинаково сказали. Хоп-хоп. Больно, больно. Сильнее. Один год, что меньше. Так, вот надо тех еще убить, твари. Больно, больно. На, тварь, на. Давай сюда. Что вот? Давай. Сюда. Еще, еще. Посмотри вокруг, Члове. Здесь опасно. С твоим пожирателем гномов покой. Я бы очень благодарен, Члове. Коза был сильно опасен для гнуме. Но эти кобальды слабы. Легкие работа. Как скажешь. Габу действительно нужно идти. Много важных дел на ост. Пока, Чло. Где моя награда? Габу совсем забыл. Члове хороший ку... Вот, возьми блестящий день. Я думал, мы друзья. Члове больше... А почему такая жалкая награда? Ты прав. Вот, большая куча для Члове. Габу... А, еще один пожиратель. Пещера нахер. Ну что, ребят, продолжаем. Немного подкрепился, поел. Продолжаю для вас проходить. Так, еще один. Так, что это такое? Кристаллики.
Они мне нахрена вообще не нужны. Должен я сейчас забрать еще один аурикульчик, получается. И все. Да. Так-то да. А вот кобальды. Здесь я не был еще. Так, обезьянка нужна. Ну-ка давай. И все? Ладно. Он защищается. Капец. Да. Вот он дает, конечно. Король кобальдов? Охереть. Король кобальдов, убили. Твою мать. Разрыватель нахер. Я в шоке, конечно. Ну вот, повезло. Отлично, отлично. Готово, отлично. Готово. А где попугай-то? А, о. Хорошо, я ждать. Золотишко. И сундук. Херня.
Так, дальше идем. Осматривать. Я тут все посмотрю нахрен. Что такое нахрен? Сколько здесь всего, капец? Очень много всего. А, дорога вот еще, типа, которая ведет. Ну-ка. Еще золото. Ладно, это собирать не буду полностью. Ерундой заниматься не буду. Может, заканчиваем, потому что проходить. Почти. Там я был, нет? А, я там не был. Ну-ка, давай посмотрим. А, там все забито, блин. Ну ладно. Труп? Ты что, всех убил, что ли? Нет. Мне в этой пещере еще не было. Давай посмотрим. Ну, пойдет. Я в многих был уже местах. Практически везде. Еще мне нужно кое-что осмотреть. Это не туда, короче, идти. Да. Погнали. Намик мертв. Чё? Я нашел его. Дрянь, человек. Большой дрянь. Бедный Намик. Он Калил всегда будет помнить его. Эта война уже забрала жизни слишком многих гнов. Спасибо за печальную весть, Я принес аурикульчи из западного лагеря Коп. Круть, человек. Когда ты соберешь, тогда это страшное проклятие наконец будет снято, и мы... Вот, возьми это в знак благодарности от...
Так, где я еще не был? Давайте разбираться. Может быть, там сюда? А, вот. На, тварь. Изи. Лучше просто. Узнаешь этот предмет? О, епип! Труба с тонкой линзой! Пожалуйста, не потеряй! Он будет очень часто! Ты можешь больше не беспокоиться о кобальдах. Бульды мертвы? Там не осталось ничего живого. Уи! Бронто члёве! Ульви дать штуки! Кобальды! Изи! Так, там я был. Насчет... А это что за штука? Это, мой друг, провидец миров. С его помощью шаман Ноди смотрел на далекие земли. Он всегда знает, что припасло для него будут. Но Ноди уже нашел свою вторую смерть. Проклятие забрало Нанука. Пусть он покоится с миром. Насчет аурикульт. Это тебе знакомо? О да, это аурикульт Уи. Много видений наполняло его голову, когда он пил из сосуда. А уже утром он всегда страдал от сла. Но дух Уизи больше никогда не будет пить. Его дух был изгнан до того, как я освободил его аурикульт от проклятий. Мимьяк проводил его на ту сторону. Его смерть опечалила меня. Насчет... А, что ты об этом думаешь? Это Джезл Аурикульчи Иси. С его помощью он мог взывать к силе небес или земли. Трудно представить, что могло бы случиться, если бы кобальды пронюхали о его силе. Но дух Оси был изгнан силой. Теперь Трови больше не загадает ни одной загадки. Его искра жизни потухла. Насчет это аурикульчи? Да, эти пистолеты когда-то принадлежали. Они знали. К сожалению, за это Зеки заплатил свою жизнь. Ты нашел все аурикульчи. К сожалению, не все гномы могут отпраздновать их возвращение. Я очищу их и верну на свои места. Спасибо. Ты оказал нам огромную услугу. Я прогнал кобальдов с застав. Я понял. Богатая добыча для теней. Надеюсь, он получил свое. Мне грустно от того, что на моем острове столько смертей. Выхода не было. Я знаю. Ты сделал то, что должен. Вот, это принесет тебе удачу. Откуда взялись эти кобальды? Они приплыли на наш остров на больших плотах. Я не знаю, что заставило их отправиться в опасное плавание. Наверное, кто-нибудь или что-нибудь прогнало их с насиженных мест. Можешь чему-нибудь научить? Епи. Предводитель кобальдов мертв. Это значит, что кто-то указал тебе путь. Скажи мне, Хоми, на кого он был похож? Как кобальды, только... Наверное, он держал их в страхе. Иначе бы они причинили много... Главное, что ему конец. Значит, он мертв. Да, можно и так сказать. Спасибо, Хоми. Как кумпан всех гномов, ты заслужил часть наших общих сокровищ. Неплохо. Спасибо. Остров снова безопасен. Кобальды больше не представляют угрозы. Почему ты так уверен? Они лишились короля.
своего предводителя, а все заставы уничтожены. И без силы Аури Кульчи они больше не смогут управлять нашими шаманами. Ясно. Здесь еще осталось куча дел, но мы, гномы, с ними справимся. Ты войдешь в историю народа гномов как хранитель мира. Спасибо тебе, Хоми. Ну вот и все. Мы прошли все. Но только... Там я вроде был, да? Сейчас еще кое-что посмотрю. Обязательно. Этот остров, короче, полностью осмотрели. Всех убили. Всех очистили. Только вот единственное, конечно... у меня душа уже 92. Капец. А что такое? Молодой цветок. Так, погнали дальше. У меня есть еще трава такая? Ну вот. Редкая типа. Ну-ка нахер. Есть. Ловкость уже столько. Нормально. И ближний бой тоже, смотри. 105, нахер. Вот я красава, а. Просто лучший игрок в Ryzen. Я заметил. Эй, морда! Это ты мне? Не придуривайся. Мне не нравится твоя рожа. Найди другое место для отдыха. Здесь уже занято. Ты всем так рад? Нет, других я спихивал со скалы. Доволен? Нет. Теперь слушай сюда. Будешь умничать, пожалеешь. Ясно? Нет, повтори. Эй, тебя в детстве поили помоями, или ты по жизни такой тупой? Повторяю еще раз, не умничай со мной. Ну и рожа у тебя. Ты не заведешь себе друзей, если будешь так огрызать. Здесь никто не умрет. Что, сначала разеваешь свой рот, а потом идешь на попятную? Что ж... Похоже, ты не такой уж и придурок. На сегодня ты спас свою шкуру. Почему ты здесь? Потому что эти мелкие засранцы устроили здесь бардак. Ты о чем? А ты как думаешь? Делаю дело. Рабы сейчас в цене. Могу продать тебе одного за 500 золотых. Рабы? Я куплю его. Отлично. Неплохая куча золота. Пару месяцев смогу жить без забот. Что ты здесь стоишь? Иди к своему рабу. Мне он больше... 110. Так. Тварь, а? Здесь что-то воняет. И это не я. Только попробуй украсть. Колесо разбойника нашли.
Мы его освободили, ура! Дырянь, бронту шлове в ра. До весла. Вечные лаги. Шлове помогать. Все в порядке, ты свободен. Чего? Свободен, можешь идти куда хочешь. Идти лагерь. Хорошо? А, тоже идти лагерь. Ип-ип. Наконец. Освободись от Доун. Ей! Изи. Давайте посмотрим на карту, где я еще не был. Так. Ну, в принципе. Много уже где побывал. Как бы все, хватит. Текущее. Остров Оров. Так, вот еще должен выполнить задание. Ну-ка, давай нахрен. Он Ато, Ато! На члове? Опасно, гном? Моя гнуми бить башка. Ха, язык. О, бла-бла. Ха, аури кульчи. Или еще что-нибудь. Члове дырянь в язык гнуми. Гнуми дырянь в язык чло. Грань не разница. Не бла-бла. Ты что-то украл у Акилы? Чё? Ты украл у Акилы монету. Чё? Зараза. Нет, нет. Фидур не вор. Не всядь. Этот гноми не тафа. Ты понимаешь лучше, чем кажется. Еп-еп. Члови язык вбить в башка. Затем бла-бла с Фидур. Сколько будет 3 плюс 3? Чё? Ничего. А-а-а. Члови хороший. Фидур уважать хороший вор. Ох, оно умеет говорить. Ты использовал слабость гнуми к штукам, чтобы богатеть. Очень хорошо для Члови. Можешь брать деньги. Иди, Члови. У этого гнуми есть о чем подумать. Изи. Так, дальше идем. Нет, нет. Эй, ты взять. Там еще какой-то сундук есть, блин. Надо туда сбегать. Так. Он Ато. Милосердная душа у меня. Это что такое еще? Тут до хрена их. Это оказывается что не все нахер. Капец. Я херею. Блин, я сейчас всех освобожу, мне похер. А, вот он, тварь. Мелкая. Роской амулет? Нихера там. Вещей, конечно.
Ну, я и много тут чего освободил уже. Капец. Ну, сейчас вроде все. Иди, Члове, у этого гнуми есть ощущение. Члёве! Твою шляпу? А, забудь! Это не важно, Члёве! Я найти её рано или поздно! Смотри, Члёве, сзади! Ак, тебе лучше не пробовать. Голма, извиняться! Вот твоя... Это ведь было несложно, да? Постой. Я... моя жаль! Голма не может контролировать пальцы! Вот! Бери деньги и уходи! Голму стыдно, что он пойман! Тебе лучше... Голму очень стар... Должен сопротивляться, что... Дол... Твоя деньги у меня... Еп-еп! Хороший человек, дай-ка мне! Возьми. У тебя ее больше нет? Человек, ты дрянь башка! Ты дал украсть мою деньги! Кажется, да. Может, Члове вспомнить? Гномы толкать его? Гном разговаривал со мной. Ты знаешь, кто бла-бла с тобой? Он назвал себя Голму. Голму очень честный вор. Очень хороший гном. Иди к Голму и возьми мои деньги обратно, Члове. Я вознагражу тебя. Ага, найдите вора. Верни мне монету. А какой деньги, Члове, болтать? О монете, которую ты у меня украл. Но деньги такая красивая и блестящая. У всех есть какая угодно деньги, кроме гол... От этого голма печаль. Все воровали одну и ту же монету? Ип-ип! Голму единственный гномы в деревне, который не одолжит деньги. Теперь, когда Голму одолжить деньги, Члове может ее забрать. Позорно не украл. Но так как ты Члове, я отдать тебе деньги, если нужно. Смотри сзади. Что? Афа! Тили Члове много чистил. Ты был бы великий гном. Спасибо. Нормально. Эй, нет, нет! Я достал твою деньгу. Ик! Тан-тан, Члове! Я благодарен тан-тан тебе! Ты сделал это тело очень счастливым гномом! Дай мне деньги и выбери награду! У меня есть ожерелье без цепи, золото из камня и священная штука! Ясно. Я хочу твою священную вещь. Пожалуйста, Члове, прими благодарность от счастливого гнома. Так, все. Мы все выполнили. Так.
Возвращаемся. А где мой корабль? Я, где мой корабль? Твою ж мать. Капец. Я заблудился. А, вон там. Ну, мы на этом острове все побогли, короче, да? Все сделали, собрали. Чё надо. В следующей серии мы будем с вами осматривать следующий остров, который называется... Что-то там вроде туман какой-то. Вроде так. Туманный остров. Давай, поплыли. Так. Сейчас. Эй, капитан. Попробуй это зелье. Оно показывает всех, кто жив и в то же время мертв. Ха, это просто не... Но не для слабых духов. Попадалось что-нибудь необычное? Гномы очень сильны. Но когда годами копаешь в поисках сокровищ, сходишь с ума. Они не годятся для войны. Спасибо, Садок. Не хочу выглядеть дураком. У тебя других дел нет? Ты в порядке? Что ты думаешь об этом? Гномы, конечно, воры, но бросать их на смерть, оставлять их на погибель будет без... Мы должны им помочь. Я уже помог. У тебя других дел нет? Что ты думаешь об этой части? Гномы верят в загробную жизнь. Они всю жизнь работают до седьмого пота, копят богатство. А под закат жизни осознают, что в царстве мертвых все их накопления потеряются. Ай, трагично. А не пора тебе осмотреть команду? Я хороший! А? Не ругайся. Алкаш! Обжора! Дебил! А? Привет. Есть мысли насчет того, что происходит? Гномы просто милашки. Но за деньгами при них надо следить в оба глаза. Отведешь глаза на секунду, и абракадабра, как не бывало. А, остров туманов, да. Так. А вот и сам остров, остров туманов. Наконец. Это остров из твоих снов? Да. Кто знает, какие... Не связывайся с синими мундирами, тебе же лучше будет. Они стреляют сразу. Капитан, большой герой! Спасибо. Рад тебя видеть. А где Дрейк? Или Кейн, как его? Не хочу выглядеть дураком. Блин. Оки-токи. Ип-ип. Давай сюда все, что... Оки-ток. Пэтти. Давай. Нет, прав...
Но нам тут много осматривать надо будет. Огромная карта. Большущая. Ну, я все посмотрю обязательно. Ладно, давайте на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, следующий будем продолжать.